Бежит. Что там сел один? Иди к нам. Иди быстрее высохнешь. Всем привет, я сейчас нахожусь на природе. Вот здесь папа развел костер. Он еще рыбачит сейчас, но никак не может поймать рыбу. Закат какой. Рича, сядешь, посиди рядышком. Ну не лей, господи, у тебя вся морда в песке. Да. Да, у него все мотки. Ого. Нет, я лучше. Я лучше ноги не буду расплывать. Даже выпрямлять не буду. Речуша. Ну, купался сегодня? Ну да, наверное, да. А мы завтра будем, да, купаться? Да. Мы немножечко только покупались, потому что вода холодная. Потому что вечер уже был. Да. Завтра будем. А завтра будет солнышко. Да, вот у нас там палатка. Вот папа здесь сидит. Рыба не клюет. Просто ну колокольчик не звенит, тогда рыба не ловится. Просто вот. У нас в камере рыбы нет. Да. Наверное, просто съедает вкусняшку свою и уплывает. Думаю, что ее хотят поймать. Речуша, не бегай рядом с костром, хвост подпалишь. По папе соскучился.